Всем привет, дорогие друзья! С вами Марко. Я нахожусь в футболочке Реал Мадрида. Это жесткий подгончик от Артваса на день рождения. Всем спасибо большое за поздравления. Артвасу спасибо за футболочку. Надеюсь, что футболка Реала придаст мне боевой дух. И я смогу сегодня выиграть в третьем туре КМФ в битве за выход в плей-офф Улыбыча. Я надеюсь, что игра будет хорошей. И как минимум мы будем забивать много мячей. Это самое главное, чтобы игра была красивой. А кто выиграет там уже? Если я выиграю, я обрадуюсь, конечно же, если выиграет Максон, но это было закономерно. Вот состав Улыбыча, это просто... Я не знаю, мне больно будет сегодня, я это чувствую. Ладно, хорошей тебе игры. Надеюсь, что я не ударю в грязь лицом. Пропущу меньше 5 уже успех. Ой, Робертсон, легенда. Эй! Охренеть! А чё так лагает? Пипец, первый момент за мной, охренеть. Охренеть, охренеть. У меня эмоции просто одни. Помогите. Ну, Тирни здесь не догонит, конечно же. Немножко мы Улыбыча ошарашили, я думаю, таким исходом событий. И здесь мы тоже перехватываем. Скиллуха все-таки присутствует у меня. У Улыбыча, я думаю, скилл тоже прям топовый, я с ним уже играл. И очень часто он мне доставлял проблем и в товарках, и на ютубе. И поэтому я знаю, что из себя представляет Улыбыч. Тем более с такой мощной сборной. Давайте поконтролим немножко, чё. Ну это пипец, ладно. Ай. Ой-ой-ой, нет. А, это штрафной, ёлки-палки. Так, банан сюда. Хорошо. Нет. Первый гол залетает. Ну это фигня, Улыбыч, Максон. Да нечестно так. Ладно, я тоже плохие голы забивал в прошлом матче. Так, здесь читал. Здесь не за того прочиталось, охренеть. Это так, я ничего не нажимал. Это вот как у меня сегодня вот сейчас отдавалась передача, это просто жесть. Так, Фрейсер, ты бесфинтовый, я тебя помню. Так, здесь пытаемся читать. Ай-яй-яй. Я думал, отдаст на дальнюю. Ай, выкинулся нахер. Ну, тут Ван Перси. Тут без шансов. Не, я пытался, типа, что-то сделать. Тут заведомо было понятно, что стата 2-1 это ко мне, а 3-0 это к Улыбычу. Я вряд ли что-то здесь смогу сделать. Меня пока что не разграмливают, это уже хорошо. Так, ну это штрафной, нет? Это не штрафной, вы клоуны, что ли? Почему это не штрафной? Ну первый на мяче хорош, Мактоминой. Так, это пипец. Так, штрафной, нормально. Есть шансы на хоть что-нибудь? Давайте мы пробьем, вот так вот. Ай-яй-яй, Вандерсар. Вандерсар, мразь. Да это пипец, я в ахере. Блин, ну что это за залупа? Не, мне этот матч не нравится. Я вначале что-то попытался, а потом больше все, уже ничего. У меня просто банально игроки медленнее. Как... Вот сейчас я повел его назад, он не идет назад. На вес какого черта, Улыбыч? Так, один гол хотя бы забить. Ну я в ахере, банан, ты сын фермера, блин. Ненавижу банана, блин. Чмошник банан. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Как он так долго дает? Так, бесфинтовый Фрейсер, Стронгас. Да ёпар, СТ! Какого хера? Охренеть, они банально не бегут. На, иди нахер, блин. Мактоминой желтая, охереть, не красная хотя бы. 3-0, ну нахер, нет, 3-0 не будет, блин. В жопу идите. Ну все, тут уже ГГ. Да, я проигрываю, стата 2-1, мне нечего сказать, по факту. Я особо ничего в этом матче не показал, у меня было несколько моментов там. Ну, опять же, у меня коннект дерьмо тоже. Не такое дерьмо, как было синглом. Очевидно, что меня переехали бы, Улыбыча скилл плюс-минус равен, может там чуть-чуть пониже. Но, тем не менее, команда все-таки дает о себе знать. У меня один удар, у Улыбыча 4.
Я не могу оценить никак свою игру. Я сделал типа от себя все, что мог. За Шотландию никто бы из вас лучше не сыграл. И никто бы из участников лучше бы тоже не сыграл. Но с вами был Марко. Улыбочу удачи в плей-офф. Жди своего соперника. Спасибо за игру, тоже хочется сказать. Я не знаю, как можно было такие дерьмо сборные выбрать. У меня не то чтобы тильт, у меня просто безысходность, как бы. Когда я выпал на улыбочку, это сразу понятно было, что типа тут ничего не сделать. Ладно, пацаны, с вами был Марко. Всем удачи, болейте за меня, всем пока.